Добрый вечер, дорогие друзья. Я хотела вам показать набережную города, одного из центральных городов Израиля. Вы видите 240 пустых стульев. Каждый из них именной стул, который символизирует взятых в плен израильтян 7 октября, которые до сих пор удерживаются террористической организацией «Хамас» в Газе. Если жители Газы пользуются благами Красного Креста и гуманитарных организаций, то взятые в плен заложники, о них нет никакой информации. И неизвестно, какое они получают отношение, хотя можно себе представить, в каком состоянии находятся все 250 заложников или 240. Посмотрите количество израильтян, которые были похищены 7 октября. Поименно. Среди них есть и дети. Самому младшему ребенку 8 месяцев, старшим за 80, целые семьи, молодые, пожилые. Террористы не различают между детьми и взрослыми. Среди заложников есть также граждане иностранных государств. Ребенку 3 года, 3-летний ребенок. Их таких очень много. Двухлетняя девочка. Более 240 израильтян, которые взяты в плен, а также иностранных граждан.